Привет, друзья! Привет! Привет! Вы на канале Саша и Андрей. И сегодня мы решили поехать подготавливаться к празднику Хэллоуин. Мы сейчас купим всякие разные причиндалы маски для него. Маски и... Рожки, может быть, что-нибудь страшное. Саша у нас сейчас в детском садике. Он с нами не едет. А зато едет Андрюша. Да, Андрюша, скажи всем привет. Да, всем привет. Вот, мы поехали сейчас в магазин затариваться и покажем вам, какой ассортимент там есть в этом магазине. Какие товары есть. Это большой магазин. И сейчас вы все своими глазами увидите. Вот мы и добрались до отдела Хэллоуина. Да, мама? Да. О, какой тут парик с рогами. Да? Или рука, вот, допустим, есть здесь. О, маска. Маска, да. Шляпы. А ну-ка. Пиковка. Кстати, классная шляпа. Ножницы, смотри. Ножницы, как будто в голову ножницы воткнули. Прикольно. Или болты, как у Франкенштейна. Так, давай посмотрим. Прикольная, Андрюшка. Это какой-то горшок у меня. Как тебе, Андрюш, нравится моя шляпа? Нравится. А? Не нравится? Вот тебе еще. Ну-ка. Я лорд тыковка. Кудряшки мои. Мама ведьмочка. Не боишься? Вот какой мы череп нашли. Ладно. Ты меня не боишься? Нет? А почему? Я же большой, я страшный. Ну, ты чего? Набор наклеек, смотри. Разорванная рука. Типа как татуировка. Переводные наклейки. На лицо, смотри, на грудь. Пузырек с кровью. Фу. И как будто бы звездочка, да, такая попала в лицо. Вот это да. Или смотри, болт во лбу. Ужас какой. Смотри, что мы тут нашли. Дай. Фу, мы дошли до масса. Горилла какая-то. Какой страшный дед. Вот это да. Андрюша, хочешь на себя посмотреть? Смотри. Да. Страшно я. Ой, снимай ее. Ааа.
Нет. Не боитесь меня? Вы меня боитесь, дети? Я приду из всех вас. Ну что, друзья, на сегодня мы закончили наш поход в магазин, затарились по полной и готовы к встрече Хэллоуина. Да, готовы, ребята? То, что мы купили и к чему мы уже приготовились, в принципе, продумали, что мы будем делать с этим всем, вы увидите в ближайшем будущем. Так что оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, смотрите наше видео, дальше будет только еще интереснее. Всем пока! Пока!